День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем оформлять нашу группу ВКонтакте. Сегодня пойдет речь о таких небольших фотографиях-баннерах, которые достаточно функциональны и дают дополнительную информацию внимательному пользователю. Вот посмотрите, вот человек пришел в группу. Как бы она ни была оформлена, эта группа, да, может быть, человек даже и не поймет, что ему надо вот зайти сюда, зайти вот на эту страницу меню, где все расписано, куда надо идти, как, да. То есть не все люди понимают о том, что вот здесь надо вот сделать вот этот вот шаг. Поэтому вот в той группе, которую сейчас я оформляю, да, я сделала такую яркую кнопку меню, чтобы люди кликнули и поняли, куда идти. Но в любом случае, я специально для того, чтобы люди понимали очень конкретную информацию, они могут получить. Я оформила вот эти так называемые фотографии для основного альбома. Посмотрите, здесь конкретно написано, что вот на этой плашке, на этом фотографии есть контакты. И если я открываю, то у меня вот она фотография, да, так сказать, фиктивная фотография. Фиктивная фотография баннера. И здесь все контакты, ну, человека для того, чтобы он связался со мной, связался со службой поддержки, они здесь все есть. Давайте мы с вами посмотрим, как эти баннеры, фотографии можно оформить. Вот я захожу сюда, все для начинающего блогера. Мы работаем с вами в этой группе, да. Посмотрите, вот она как бы вот оформлена группа, все, да. Вот здесь вот все-таки яркая кнопка меню. Но вот этих вот баннеров как бы не хватает. Вот это место пустое, вот оно, видите, фотографии. Вот его мы с вами и заполним. Но заполнять его хотелось бы в едином стиле, потому что мы все-таки должны показать людям, что мы профессионалы, что мы, ну, не просто такие люди, которые не слишком хорошо знают и умеют, и не слишком понятно, что они продают и что они делают. Да? А если правильно, красиво оформлен аккаунт, если правильно, красиво оформлена группа, то, естественно, люди больше вам доверяют. Поэтому я предлагаю вот здесь такую информацию сделать. Прежде чем такую информацию сделать, мы с вами должны продумать, что мы будем делать. Вот я создала такую вот файлик в Microsoft, где я конкретно расписала, какие у меня здесь будут баннеры. Но первый баннер у меня будет блог. И вот для того, чтобы у меня на этом блоге была вся информация, я вот эту информацию всю подобрала. Я дала адрес своего блога, да. Я дала рубрики, адреса рубрик, которые, ну, наиболее полезны для человека, который начинающий блогер. Да? Вот это первая у меня страничка будет. Дальше у меня идут услуги. Здесь я даю адрес страницы по услугам по своим. Здесь конкретно даю такую небольшую информацию. Услуга 1, услуга 2, услуга 3. Ни о ценах, ни о чем я здесь не говорю. Я просто даю вот такую информацию. Дальше я даю контакты. В контактах я полностью даю свой телефон, свой скайп, свой e-mail. Социальные сети даю, которые отличны от контакта. Это Google, Twitter, Facebook, YouTube и так далее. Вот эти вещи все даю. И четвертая плашечка у меня будет обучение. Чтобы показать обучение, я здесь даю ссылочки на свои подписные странички. То есть страничка вот подписки на блог с нуля, страничка подписки на Camtasia Studio, страничка на 10 обязательных плагинов, на эффективную рассылку. Потом пойдет страничка с подпиской, добавить сюда можно будет страничку с подпиской, например, на тот же оформление в Фейсбуке аккаунта. У меня есть такая рассылка. Или там ВКонтакте. ВКонтакте, наверное, здесь тоже будет интересно для тех, кто ВКонтакте работает, такая рассылка. То есть вот эту страничку, эту информацию нужно очень хорошо продумать. Почему? Потому что все четыре странички должны бить в ту цель, которую вы перед собой поставили. То есть все эти баннеры должны вести в определенную вот такую вот конкретную продажу. То есть мы с вами решили получить прибыль, и для нас важна продажа. Вот это у нас наша группа. Это инструмент получения прибыли. Как бы это, ну, может быть, не резало кому-то слух, но мы создаем группу для того, чтобы
делать продажи и получать прибыль. Никуда мы от этого не денемся. Здесь где-то у нас идет бесплатная информация, потому что мы должны ценность свою показать, а где-то мы даем информацию, за которую нужно заплатить деньги. Вот таким образом мы эту прибыль будем получать. Итак, как мы будем делать эти баннеры? Мне бы хотелось, чтобы они являлись продолжением вот этого рисунка. Здесь, значит, как я буду это делать? Значит, у меня инструмент PowerPoint. Это у меня файл PowerPoint, в котором я работаю ВКонтакте. Здесь вся информация именно вот для этой группы, с которой я работаю. Второй инструмент, который мне здесь понадобится, это Fastone Capture. Вот он. Я его сразу открываю. И вот он у меня здесь появляется. Вот он, Fastone Capture. Итак, я создаю новую страничку. Я сначала вам покажу, как это делается. Создаю новую страничку, выхожу на главную. Немножко тормозит у нас экран. Создать слайд. Прошу создать пустой слайд. Вот он, пустой слайд. Вот он у меня появился, да? Я на него загружаю ту картинку, с которой я работала. Через вставку, рисунок. Я выхожу на рабочий стол. Вижу, вот он у меня, под цифрой 2. Вот этот рисунок загрузился, вот он. Я опять выхожу вставка и прошу сделать таблицу. Я буду делать 4 плашки одинаковых, поэтому я из таблицы выбираю вот 4 столбика и прошу вставить в таблицу. Вот они встали, плашки в таблицу. Я выбираю нижнюю часть, увеличиваю в размере. Для чего? Для того, чтобы вот эти квадратики, они стали как бы квадратными, да? Посмотрите внимательно. Вот они будут у нас квадратненькие. Вот такие вот они будут смотреться. Теперь я делаю следующее. Я выхожу в главную. Пока сложу здесь. Выхожу в главную. Выделяю квадратик. Ставлю здесь курсор. Беру заливку. И пишу, что заливки нет. Видите, у меня заливка уходит. Следующая табличка. Опять пишу, заливки нет. То есть я их делаю прозрачными. Я просто размечаю эти картинки, 4 картинки, вот они у меня все. Нет заливки, вот они. Вот они, 4 картинки у меня есть. Теперь я сюда добавляю красивый какой-то текст. Ну вот, например, я беру через вставку опять, вот здесь вот, тексты Word Art называется, то есть слова красиво оформленные, да. Беру вот таким образом и сразу пишу, например, слово блок. Вот оно, это слово блок. Я просто покажу вам технологию. Я беру цвет такой, чтобы у меня сочеталось с тем цветом, который у меня есть надпись на группе, на баннере. Я выбираю шрифт, тот шрифт, который мне больше всего нравится. Вот он. И посмотрите, что я делаю. Я выделяю эти буквы правой кнопкой мыши, прошу их копировать. И вставляю эти буквы как картинку. Не как текст, а как картинку. Вот у меня появилась вторая группа букв блок, но они как картинка. Посмотрите, вот этот текст, я здесь ничего с ним не могу сделать. Вот он как есть, этот текст, так и есть. Я его могу только уменьшить в размере, например, да, и все, поменять шрифт. А вот с этим я могу делать все, что я хочу. Я могу, сдвигая, раздвигая, я могу его сделать более длинный, я могу его сделать более узкий, потому что это картинка. Могу его вот так вот уменьшить и вот так вот сюда поставить, по центру. Так, чтобы он у меня здесь вошел. И вот так я делаю абсолютно все картиночки вот эти. Значит, вот смотрите, я сделала уже специально. Видите, сначала я делала слово как текст. Потом я его копировала, делала как картинку и устанавливала вот сюда, чтобы эти картинки у меня были, ну, будем говорить, такого одинакового размера, чтобы текст здесь смотрелся одинаково. Я сейчас опять открываю Capture, Fastone Capture, и показываю вам, что я делаю дальше. Вот когда вы все это сделаете,
то ваша задача будет вырезать аккуратно эти картинки. Вот посмотрите внимательно, как это делается. Первое, что нужно сделать, это нужно вот этот слайд не в виде слайда смотреть, а в виде показа слайдов. Вот я кликаю сюда «Показ слайдов» и прошу показать его с текущего слайда. Видите, у меня какая большая получается картинка. Я беру Fastone Capture, вот этот инструмент, он называется «Захват прямоугольной области», и не вырезаю, а замеряю картинку. Видите, она у меня получается где-то размером 236 на 236. Я ее замерила. Она у меня вышла сюда как бы обрезанная, но я ее закрою. Почему? Потому что я хочу, чтобы все картинки у меня были абсолютно одинаковые. Поэтому я беру не вот этот инструмент, захват прямоугольной области, а беру вот этот инструмент. Это инструмент захват фиксированной области. Вот чтобы его поставить, фиксированную область, я нажимаю, у меня сейчас вот здесь и есть там 237 на 237, но чтобы поменять размер, я нажимаю на клавиатуре F2, вот здесь подсказочка есть, press F2, to change size. Вот нажимаю, у меня появляется вот такое окно, вот давайте я здесь поменяю, вот 236, 237 на 236, и скажу окей. И вот у меня эта готовая форма, вот она есть. Я только ее подвожу сюда и вырезаю и сохраняю. Давайте следующую опять беру, подвожу сюда, вырезаю. Вот, видите, аккуратненько, чтобы они были все как бы одна за одной. И вырезаю. Вот она пошла следующая, да? Опять беру и там вот контакты следующие вырезаю. Но я это уже все сделала и назвала, потому что у нас нам нужно с вами работать дальше. Давайте зайдем в альбомы. Вот в этот основной альбом нам нужно все поместить. Давайте попробуем пройти через альбом. Вот попробуем добавить фотографии в альбом сразу же. Вот так вот сделать обучение. Вот загружается, очень хорошо. И вот сюда вот я добавляю так. Пишу «Сохранить фотографию». Добавить фотографию еще в альбом. Так. Там у меня идет за контакты. Нужно, наверное, следующий идет у меня. Контакты. Чтобы картинка сохранилась. Захожу вот сюда. Беру контакты. Вот они. Копирую их. Ставлю вот сюда и пишу «Сохранить». Ну, там, наверное, придется контакты поменять, да? Так, и еще добавляю сюда. Добавляю, у меня теперь остался блок. Вот услуги давайте поставим. Заберем вот так вот то, что касается услуг. Вот так вот вместе с услугами вот сюда. Добавим сюда, пишем «Сохранить фотографию». И последнюю фотографию, которую мы сохраняем здесь, это у нас фотография блок. Так, сейчас мы ее найдем. Вот она. Фотография блок. И беру информацию по блогу. Вот он, блок. И вот так вот сюда вставляю описание. Пишу «Сохранить фотографию». Вот они, сохраненные фотографии. Мне только нужно их поменять местами. Блок у меня должен быть на первом месте. Так, наверное, потом идут у меня услуги, судя по всему, вот так вот, чтобы они красиво отображались. Контакты перетаскиваем и обучение. Все. Так, заходим, все для начинающего блогера. Вот они у меня. Давайте попробуем их обновить. Вот фотографии встали правильно. То есть так, как мы их и устанавливаем. Но могу сказать вам следующее. Оптимальный вариант – это тот вариант, чтобы вы загружали все фотографии в том порядке, в каком они должны отображаться в вашей группе. Итак, мы с вами сегодня установили очень важные функциональные баннеры фотографии основного альбома, которые дают дополнительную информацию вашему посетителю. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина.